эти люди? Наверное, сам и сам круглый стол не за день он должен был быть приглашен. То есть мы сегодня здесь практически присутствуем. Ряд вопросов, но не хочется просто оправдываться, да? Вот улица, реконструкция улицы Ленина. То есть позиция представляется сегодня здесь однобоко, к сожалению. Вот то, что сегодня говорили, не обсуждали реконструкцию улицы Ленина. У нас есть общественная палата города, у нас есть совет старейшин. Все журналисты были приглашены. На двух больших мероприятиях этот проект был представлен для обсуждения с возможными вопросами, с проектировщиком, с картинками, с конкретными цифрами, с расстояниями. То есть сегодня говорят о том, что не было никаких обсуждений абсолютно. Это да, тоже дорога, неправильно. Дорога должна была в 2013 году быть построена. Дорога. Сегодня дорога. Самое главное, въезд в город Берск, Первомайская. Говорят, что не хотят эту проблему решать. Все мы здесь взрослые люди, пригласили, да? То есть все понимаем, что это финансы. Почему не хотят решать? Она включена в график. Она стоит в следующем году, 2015 год. А почему она в 2015, а не в 2013 стоит? Как решили туда? Даже еще не подали. Ну, вопрос финансов, наверное, поэтому. Ну, как вопрос? Наверное, или вопрос финансов? Можно я? Однозначно вопрос. График все равно какой-то есть. А за 4 дня? Неправильно. Неправильно. Давайте поднимем всю информацию. Ну, давайте. Это было это воскресенье, скажем. Что делаешь? Что? А сегодня четверг. Кому сказано воскресенье-то? Кому воскресенье? Хорошо, ну, что? Хорошо, он сам не пришел, почему он не прислал этого? Кого посчитал нужным, того прислал. Раз идет, вопрос. Ну, тогда, да, тогда мы посчитаем нужным идти своим путем. Понимаете? Вам это от этого хорошо не будет. Хорошо. Нет, ну поймите, что я же вот недаром же, вот когда начался распределять повестки дня. Если было бы здесь, был бы специалист. А тут по ЖКХ, потому я пришел. Ну, по ЖКХ, это не ЖКХ, что ли? МУП ваш, это самое. Ну, в чем проблема тогда? Ну, это не полномочия, Захар. Мы говорим, что это не ваши полномочия. Ну, потому что я вам сказали, что почему не пришли. Прекрасно. Зачем вы нас мучили дорогами? Потому что, я говорю, я уступаю по повестке дня.